Дорогие мои дамы, вот и настало счастье. Вот и пришел тот день, когда можно с утра ничего не делать, а мужики будут отрываться. Хочу поздравить вас с профессиональным нашим праздником. Давайте все-таки не забывать, что мы женщины, создания хрупкие, эмоциональные. Давайте все-таки оставим весла для сильного полчеловечества. Хочется пожелать вам, конечно же, любви, счастья, чтобы было семейное счастье, чтобы было крепкое-крепкое здоровье, и чтобы в сердце у вас всегда была любовь. Всегда ваша Марина Девятова. Пока!